Всем привет! Сегодня 27 июня. Рейс у меня, как обычно, с железнодорожного. Еду в сторону Дмитровки. Вот буквально под эстакадой на Ярославке тут авария. Вроде бы как наш коллега немножечко здесь что-то случилось у него. Вроде как стоит фура. Вижу. Да, вот просто тут все мертвое. Правильно, ребят, там 6 полос. У нас даже от начальства предупреждение приходило, СМС-ка. Как всегда, какая-нибудь шавка маленькая помешает залезть. Типичная хрень. Да, точно правильно говорит. В районе Ясенева тоже так же 6 полос. Да, кстати, на МКАДе теперь 6 полос в некоторых местах. Как обычно, вот эти вот лезут, а потом за них пробки. В принципе, ничего особенного. На носу пятница. Будем отдыхать. Я вот, честно, таких вот людей не понимаю. Ты вот лезешь, вот, например, я сяду, сижу так, я его как таковой не вижу. Пускай там все зеркала исправны, все на месте, но все равно, ну, ты вот куда ты лезешь? Например, на этом магнуме у него ничего не будет видно, но факт того, то, что он тупо его прижал, притер. Будьте аккуратнее на дороге. Всем пока-пока. Ну вот чуть дальше такая же ситуация. Вот все лезут, и в итоге получается вот такой коллапс. Вот из-за, в принципе, ну из-за этого все и стоит. Ладно, я там понимаю съезды, но вот еще помимо вот этих, просто нечто, вот все объезжают и машины едут. Ну, в итоге вырвались из пробки. Погода дрянь, видимость так себе. Я вот офигеваю, едешь, сейчас уже нет, грубо говоря, где-то в районе 70, наверное, тап кудаешь и загорается табло, ну, индикатор о том, то что антибук срабатывает. Осталось ехать тут вообще буквально ничего. Вот уже съезда на Нагорное подъезжаю. Поэтому сейчас уже доеду. Поскорее выгружусь. Время без 24. Долго я протыркался здесь в пробке. Зато хоть машинка немножко сполоснулась. Надо, наверное, обратиться будет механиком, потому что руля подбивает, может заметить, как у меня рука трясется. Так что как-то так.